Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест. А твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Привет, Артём. Мотор ли такого веса слабоват? Чисто. Да и соляры столько взять негде. Чисто. Да. Была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с воду с форсунками, поджидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии. Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляра от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Разрешаю. Ну, я пошел. Бункер, ну пошли, бункер. Значит, посмотрим, где что там прячется? С теми просунками. Его чистить все надо. Я его сменю, когда скипан. Идем. Ладно, прорвемся. Я на пост. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать.
Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь.